Оксана Поверинова, майстриня зачісок, візажист і гример. У сфері краси вже 5 років. Брала участь у показі мод в Миколаєві та Києві. Знає, як зробити ваш образ креативним та практичним. Так, доброго ранку вам. Вітаю в нашій ранковій студії. Я так бачу, ви нам наглядно навіть будете сьогодні показувати, як нам створити наш ідеальний весняний макіяж. Так. Отже, тренди у нас постійно міняються. То у нас мають бути максимально якісь різні брови, там і хвилями, і ялинками, пам'ятаємо на Новий рік, що робили. Також максимально яскравий макіяж було раніше. Я думаю, зараз вже трошки пішла мода з цього. Отже, буду вам давати ті тренди, які знайшла, читати. Будемо це коментувати, тому що як дійсно це зробити. Сяюча, гладка шкіра обличчя. Як це зробити, як досягти, щоб було гарно? Чтобы получилась у нас сияющая кожа, мы можем добавлять сейчас в тренде у нас жидкий хайлайтер. Угу. Дабы не переусердствовать, мы добавляем его совсем немножечко. Да? Он является еще клейкой текстуры, которая хорошо приклеивает наш тон, нашу основу, да, к нашей коже. То есть в течение дня продержится наш тон намного лучше, чем с обычным даже тоном, ну, без хайлайтера. Плюс даст легкое свечение, и кожа будет выглядеть немножечко влажной. То, что, конечно, в эфире не очень, да, я бы сделала, но я понимаю, что я буду блестеть вся, да, и будет не... Но в жизни это смотрится очень красиво. Я даже рада, что пришла такая мода, рада, что есть сейчас эти жидкие хайлайтеры. Они бывают разных цветов, да, разных оттенков. Для чего? Потому что и цвет кожи у каждой девочки разный, да, есть более теплая кожа, более такого теплого цвета, есть более холодная. Чтобы... Тобто це варто знати і підбирати собі так. Да. Просто дивилася, навіть дивлюся деякі макіяжі, от як показують багато ж зараз відеороликів, то цього хайлайтеру просто багато на обличчя наносять, але я знаю, що деяких це може бути гарно, а в деяких підкреслити недоліки. Як цього, можливо, не допустити, щоб не було у нас ще більше обличчя показати, що у нас не так, а краще підкреслити те, що є. Да, я вас поняла. Що происходит? У нас є ще на лице мимічні морщинки. Мы улыбаемся, мы смеемся, у нас в течение дня есть заломинки, да, которые не хочется подчеркивать. Естественно, когда мы наносим этот хайлайтер, мы не должны сильно заходить на эти зоны, чтобы это не выглядело потом безумно. Так как хайлайтер отсвечивает намного больше, он является шиммерной текстурой, то есть блестящей. И он отсвечивает больше и подчеркивает все вот эти маленькие нюансы наши намного сильнее. Поэтому не заходим на территорию, особенно у нас, да, вот у нас зона под глазками. Куди нам треба, зона под глазками, вот, сильно заходить наверх под глаза нельзя, так как мы подчеркнем не то, что мы хотим подчеркнуть, да, то есть мы утром вроде нанесли, все нормально, с утра у нас свежая, хорошая, бодрая кожа, в течение дня мы посмеялись, пообщались, поулыбались, все это начинает проваливаться, и более четким становятся переходы наших морщиночек. Мы, что мы делаем, мы чуть-чуть слегка добавляем себе возраста этим, поэтому мы более на упругие зоны наносим, мы наносим на центр подбородочка, на центр носика, но опять же, если у нас есть горбиночка, да, мы не усердствуем, мы доходим, да. Потому что можно подкрасить и добре. На кончик носика, но не вниз, потому что мы можем визуально опустить наш носик и будем выглядеть уже совершенно по-другому. На центр лба. Но опять же, если появились морщинки у нас мимические на лбу, да, у каждого своя текстура кожи, тоже не усердствуем. За счет жидкого хайлайтера все распределяется менее ярко, как с сухим хайлайтером, да, поэтому кожа не выглядит такой прям вот... сияющая, она выглядит увлажненной и по текстуре приятной. То мы маем той эффект, который нам необходим. Да, да. То есть здесь мы можем уже даже девочкам, как я говорю, плюс 30, тоже немножечко смешивать, да, чтобы выглядело это красиво.
Отже, наступний тренд – макіяж без макіяжу. Я не знаю, як це можливо досягти взагалі, дівчата, якщо макіяж без макіяжу, як це взагалі можливо, як ви до нього ставитесь, і чи дійсно це такий тренд просто зараз навесні? Так, да, і я теж. Я... Ви думаєте, може перед літом це краще, але і весною також? Ні. Ну, всі зараз ми роздіваємося, хочемо щось таке більш відкрите, діти виглядять більш естественно, але, опять же, ми хочемо підчеркнути свою красоту, да, ми розуміємо, що є у кого-то якась пігментація, у кого-то есть веснушечки, у кого-то где-то что-то, какие-то нюансы, то есть мы хотим, чтобы кожа выглядела более ровно и красиво. Мы используем для этого консилеры, чтобы спрятать какие-то нюансы, покраснения, да, мы же понимаем, что мы все живые люди, кожа наша функционирует, естественно, что-то, оп, с утра что-то выскочило уже, как говорится, да, поэтому на помощь идут консилеры. Консилеры тоже разных оттенков. Есть очень светлые консилеры, есть более темные консилеры. Мы опять же, и подбираем под типажу кожи, да, то есть по цвету. Потому что если мы на темную кожу положим светлый консилер, это будет выглядеть как белое пятно, да, то есть, ой, хорошо, красивое белое пятнышко. Поэтому все, да, да, что-то неровно. Консилер мы можем наносить на подглазки, на зону под глаза. Так как у многих, особенно после зимы, да, витаминоз у нас, мы скрываем нашу синячковую зону. Да. Есть консилеры плотные, есть менее плотные. Плотными консилерами, если есть уже у нас под глазками мимические морщинки, если у нас, мы уже девочка не 16 лет, мы не берем плотные консилеры, также, потому что мы сделаем... плохой результат, да, мы подчеркнем. Да, так, да, так как консилер имеет свойство подсыхать, он имеет более плотную текстуру, и он подсыхает и подчеркивает все то, что нам не нужно. Такие нюансы варто пам'ятати. Отже, тим, хто вже більш такий за 30, то краще брати такий більш рідкий, так, щоб він не дуже потім показував ті зморшки. Наоборот, более легкий надо брать. Більш легкий. Молоденьким девочкам, конечно же, у которых еще плотная, упругая кожа, можно брать более плотной текстуры, но все равно мы не перебарщиваем, это тяжело для кожи. То есть уже мы скрыли наши синячки. Дальше брови наши, да, бровь остается в моде, опять широкая, но уже не ярко прокрашенная, она должна быть дымчатой, прочесанной, но мы понимаем, что не у всех осталась бровь. То есть не точки, которые когда-то малювали, то не уже. То есть после 90-х лихих у нас не осталось у многих, да, бровей, поэтому мы все равно продолжаем подкрашивать. Но не усердствуем, четких прямо очертаний линий делаем, более воздушные. Тренд какой? Мы все хорошо растушевываем. Дымка, мы создаем на лице дымку, что с тенями, что с губной помадой. То есть, чтобы губы смотрелись естественнее, мы не делаем четкого очертания на губах. Как достигнуть, как прокрасить губы, чтобы не вышло четкого контура? Мы берем кисть, вот я... взяла вот такую вот мою любимую, она беленькая, уже замучена, но она плотная, и с помощью плотной кисти мы можем растушевать контур помады. Он будет... Не вымалюваем, я какого-то люблю, нет, так вот намалювати собі об'ємні вуста. Да. Ми підтушовуємо, і губи у нас виходить, як будто ми вже походили, вони немножечко з'їлись, і вони вот в димці такої приємно залишаються, легко. Брови прочесуємо. Зараз дуже багато текстур, восків, всяких гелей для бровей. Ми прочесуємо, фіксуємо, ні в коєму випадку не вбираємо, ні лишнє не коректуємо. Тобто, чим більше бровей буде на лице, тим моднее ви будете в цьому сезоні. Да, тобто, ну, я так розумію, що ми... зараз можна навіть витягнути свій пінцет і навіть їх не... Вибрасувати. Підкреслювати об'ємні брови. Да, чуть-чуть ми коректуємо, все остальное ми оставляємо. Так, як це зараз тренд, це в моді. Зараз навіть роблять ламінування бровей, щоб бровь уходила наверх, да, кожен волосик був видно. Думаю, нам варто вже навіть присвятити потім ефір бровам, як саме їх доглядати, тому що це така значна інформація, там багато, але... В цьому сезоні, навесні, краще робити їх більш природніми, широкими. Як ви сказали, коли багато брів на обличчі, то це вже модно і круто. Так, да, чим більше, тим краще. Так, отже, з бровами розібрались, тепер стрілки. Тому що я думаю, цей тренд і наче не виходить з моди, да, але деякі кажуть, що вже давно про них варто забути. Та в цьому ж сезоні от зараз ходять ці неонові, яскраві стрілки. Як я кажу, можна нічого не боятися, так? Малювати. Конечно. От прокоментуйте, будь ласка.
Почему неоновые стрелки? Сейчас хочется больше яркости, особенно весна, да, мы раздеваемся, ну, я в черном, я в ярком. Мы раздеваемся, мы хотим добавить красок, да, не только в одежде и на своем личике. Естественно, мы можем экспериментировать с разными цветовыми гаммами, да. Под одежду можно подобрать даже какую-то синюю стрелочку, можно зеленую стрелочку, можно фиолетовую стрелочку. То есть, если ее красиво прорисовать, то она будет смотреться, будет освежать наше лицо. Главное не переборщить, да, с оставшимся макияжем, и чтобы не было переутяжеления образа. То есть, если мы прорисовываем... Если акцент на стрелке, то все. Да, губы тогда более остаются воздушными, потому что стрелка и так достаточно яркая. Поэтому подбираем, опять же, по цветотипу, да, кому-то идет синий, кому-то зеленый, изумрудный, там, вплоть до красных, да, то есть сейчас можно экспериментировать очень-очень даже сильно. Просто зайти в магазин, на тестерах експериментувати, помалювали себе, показали все і зрозуміли, що вам варто брати, а що ні. Стрілки і зараз також от монотіні, каже, що тепер не розташовуємо, не малюємо, тому ти багато тіней на обличчі, на віках, а один колір цвіт, і його розташовуємо. Розкажіть, будь ласка, це, то, чому от саме це стало зараз трендом? Це смотриться свіжаще, ну, во-первых, всі от ці тренди, мода, да, нам диктуют модельеры, которые выпускают модели, и они подбирают под тот же стиль, под одежду какой-то определенный стиль в макияже. Это смотрится интересно, мы же хотим каждый раз что-то увидеть новое, да, нам не хочется какой-то монотонности, монотонность она надоедает, нам постоянно хочется что-то новое, поэтому мода всегда меняется. Монотени, особенно на девочках-блондинках, смотрится очень красиво. В плане розового цвета, да? То есть мы наносим полностью цвет на наше яблочко, на подвижное веко, растушевываем очень хорошо и тщательно, то есть не должно оставаться у нас граница с нашими тенями, то есть если мы положили тени, если какие-то полосочки у нас получаются, мы должны взять кисть пушистенькую, то что пушистенькая кисть справляется с растушевочкой всех вот этих безумных линий, да. Некоторые оставляют, можно оставлять просто на верхней зоне, можно растушевывать этот же цвет и на нижний ресничный край, так как это тоже смотрится выразительно, глазки становятся тоже воздушными, легкими в цветовой гамме. Если, допустим, глазки зеленые, розовый очень хорошо подходит, да. Но если есть у нас покраснение на лице, мы должны либо хорошо откорректировать покраснение, чтобы красного цвета не было, только тогда мы наносим розовые гаммы, чтобы не подчеркнуть красноту. Тут красное. Да, потому что мы должны понимать, что если есть красный и на лице есть красный, мы усилим этот красный, и это будет смотреться безумно. Не, ну если человек хочет выглядеть там безумно, это его, как говорится, стиль, то я не против такого. Чого я должна проти? Тобто тренд цього сезону в макіяжі – експериментуйте. Да, будьте і яскраві, і природні. Головне, правильно підберіть для себе стиль. Я думаю, його притримуватися – це якраз буде і модно в макіяжі. Я дякую вам, на жаль, не встигаємо все розглянути. Але, я думаю, основне те, що завжди дівчат хвилює, ми розглянули, тепер знаємо, що нам варто робити. Яна Поверенова, гример, візажистка, була сьогодні у нас в гостях.